Здесь как будто остановилось время, и древние сибирские обычаи словно и не уходили с повседневного быта. На протяжении 10 лет любители исконных русских традиций встречаются на этнофоруме, чтобы представить культурное богатство своего округа. Учатся друг у друга чему-то новому, обмениваются опытом, потому что мы все равно все так или иначе живем в одной сфере, ну, где-то какие-то тонкости есть в различии, но тем не менее нам это все очень интересно. В программе выступающих не только песни, но и сценки из повседневной жизни наших предков. Мы сегодня привезли два фрагмента свадебных. Выкупаем невесту. Я буду выступать в свадебном обряде за свата. Вместе с концертной частью – выставка и мастер-классы. Научат не только играть на старинных музыкальных инструментах, но и мастерить. Все от украшений до сувениров. При желании любое изделие можно тут же купить. Больше всего внимания участников привлекает кемеровская кукла-берестушка – один из самых древних предметов сибирского обихода. Бабушка готовила своей внучке. Вот сюда ей секретное место помещала молитвочку или желание. И тогда она работала как оберег. Фестиваль продолжит работу еще на 3 дня. Здесь задействованы участники самых разных возрастов – от 9 до 75 лет. И это совсем не удивительно, ведь культура своего народа вызывает интерес у самых разных людей, независимо от возраста и географии. Ирина Харитон, Андрей Печоркин, «Наши новости».